Компания BMW недавно представила второе поколение компактного кроссовера X2 и его электрический аналог под названием iX2. Как и ожидалось, новинку построили на той же платформе, что и родственный X1. Однако модель стала более спортивной за счет внешних изменений. Если говорить о дизайне кроссовера, то по этому поводу мнения разделились очень сильно. Одни считают его не только самым красивым кроссовером в классе, но и самой красивой моделью BMW в данный момент. А другие нашли в новом стиле штрихи от французских и китайских брендов. Но на наш взгляд, внешний вид новой модели действительно очень хорош. В салоне также все на высоком уровне. Кроссовер получил большой изогнутый дисплей приборной панели и мультимедийной системы. Кроме того, паркетник оснащен огромным количеством функций подключения и систем помощи водителю. По технической части модификация iX2 xDrive 30 отличается двухмоторной установкой общей мощностью 313 лошадиных сил, которая сочетается с батареей на 64,8 кВт-часа. Благодаря этому электрокар может проехать на одном заряде до 440 км. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!